Глава хукумата района Дусти Хатлонской области Таджикистана Салохиддин Араджабзада установил для местных имам-хатыбов ограничения по длине бороды. Теперь можно отращивать не более 3 сантиметров. Об этом он сообщил в беседе с журналистами. По словам Араджабзада, 3-сантиметровая борода соответствует культуре и религии таджиков. Насрулло Файзуллоев, имам-хатыб центральной мечети района Дусти, в беседе с радио Зади сказал, что длина бороды у последователей ханафитского мазхаба не должна превышать один сжатый кулак. Такая норма ношения бороды была установлена Советом улемов Таджикистана в ноябре 2012 года. Моя борода соответствовала установленным Советом улемов нормам, но власти района попросили подстричь бороду, и сейчас длина моей бороды не превышает 3 сантиметров, отметил имам-хатыб. Отметим, что 2 года тому назад в Таджикистане режим начал кампанию по борьбе с ношением бороды. По всей стране сотрудники милиции задержали сотни тысяч мужчин. После установления личности и снятия отпечатков пальцев задержанным насильно сбривали бороды. В одной только Хатлонской области местные власти принудительно сбрили бороды почти 13 тысячам мужчин. О чем тогда с гордостью отчитался на пресс-конференции перед журналистами начальник ОМВД Хатлонской области Бахром Шарифзода. Примечательно и то, что имам-хатыбы полностью поддерживали действия властей, направленные на борьбу с бородой, прикрываясь и оправдываясь принадлежностью к ханафитскому мазхабу. Что же касается ислама, то очевидно, что шариат не ограничивает длину бороды и не обязывает к какой-то определенной ее длине. А потому все требования властей и совета улемов недействительны, противоречат шариату и грубо нарушают права жителей Таджикистана. И все это не говоря уже о том, что борода избрана властями предметом атаки только как символ ислама и его возрождения в народе региона, и никак иначе.